год Петр I Северную войну, 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И то же самое и в западном направлении это касается. Хорошо, когда не только окна прорублены, но и двери есть, чтобы можно было входить в обе стороны.